Պարոն Իսկանդարյան, երեք Նորքի ոստիկանությունում զինված այսպես հարձակում տեղ ունեցավ ու մինչ այս պահ դեռ պարզ չի, ինչ պահանջներով էին այդ մարդիկ ենտեղ, ինչ էին ուզում, դուք այս իրավիճակ ինչպես եք բնթագրում, ինչու այս պահին, երբ որ օրինակ Տավուշի գյուղերի մասին խոսակցություն կա, այդպիսի բան է տեղի ունենում? Я не стал бы сосредотачиваться на то, что эти люди хотят, что они провозглашают, что является их целью. Ну, я не психолог, и тем более не психиатр, да, я политолог. Но если система государственного управления, она разлаживается, если она работает недостаточно, если насилие или разговоры о насилии являются достаточно приемлемыми для общества, то рано или поздно находятся какие-то не очень уравновешенные люди или люди, ведомые какими-то странными идеями, которые приходят и пытаются решить вот эти проблемы, возникающие в голове, вооруженным путем. А если полиция занята не своим прямым делом, то есть, собственно, отслеживанием такого рода людей и тенденций, то такие вещи будут происходить. У нас это было понятно еще со времени захвата полицейского участка, вот то, что со стационаром. Потом эти люди оказались на свободе, многие из них стремились в политику, общество тогда уже это восприняло таким образом, что значительная часть общества принимала такие способы. До этого были еще случаи, там захват опять же в Норке был с оружием, когда людей поймали и так далее. И общее, коллапсирование безопасности, вот всего того, что происходит, оно ведет к тому, что такие вещи будут происходить. Это довольно-таки, не то чтобы неизбежно, но очень-очень вероятно. То есть понятно, в любом обществе есть люди неуравновешенные, люди, у которых там какие-то идеи в голове и так далее, но этот вот латиноамериканский или ближневосточный тип, активности, да, это же иногда делается под политическими лозунгами. Тут пока мне совсем не понятно, что. Но вполне возможно, что тут были люди, обуреваемые какими-то политическими мотивами. То есть, если вообще идея о том, что можно оружием решать политические проблемы, проникает в общество, то так и полиция ослаблена, потому что она занимается преследованием кого-нибудь совсем другого, не имеющего отношения к уголовщине и ко всем этим делам. Это же специальность, это же профессия, это надо делать. Люди, которые занимаются такого рода вещами в полиции, это должны быть высококвалифицированные люди. И если задача полиции направлена в другую сторону, то это такое происходит. Увы, это так. Այսինքն այս իրավիճակում քաղաքական երանգ տանք այս ամեն ինչին, թե ինքը, որովհետև իրականում իրավիճակը, երբ որ վերջի շաբաթում վերլուծում են, հողերի հետ կապված, հանձնելու գյուղերի հետ կապված, ու այս ամեն ինչի ֆոնին տեղի ունենում այսպիսի բան, այդ կապը կա, թե սա զուտ ամբողջական ձև է? Нет ничего не политического. Все каким-то образом завязано. Та атмосфера, которая... Я еще раз, я не знаю, там нормально, что за требования там определяются, не очень понятно. Но атмосфера, которая есть в обществе, она является следствием политической ситуации, конечно же. Эта политическая ситуация – это потеря Карабаха, это бесконечные разговоры о том, что надо уступать еще и там, еще и здесь, и после этого наступит мир и как там это, перекресток. Это разговор о том, что если сейчас что-то не сделать, будет война. Ну, это влияет на людей, а на людей не очень уравновешенных это влияет вдвойне. Могут быть и не политические причины конкретные, да, вот то, как люди себя ощущают, но то, что такое происходит, это, конечно, имеет отношение к той политической ситуации, которая в стране сейчас. Կարո՞ղ է ազդակ լինել իշխանությանը ինչ-որ քայլ չանել.
Очень часто власти не понимают, к чему ведут такие, такого рода вещи. Мне кажется, хорошим примером является создание, когда это было, и об этом некоторые обозреватели, и ваш покорный слуга в том числе, уже тогда говорили, писали и так далее. То есть, если власти считают, что вопросы можно решать техническим способом, ну вот было, напали, как-то разблокировали, поймали, арестовали, хорошо, значит, прошли проблему. В следующий раз что-то случилось, опять нашли оружие, вовремя поймали и так далее. Но проблема-то не техническая, она гораздо более глубокая. А если эта проблема, базовая проблема есть, то такие вещи будут возникать. Справиться с ними чисто техническим образом очень часто невозможно бывает. И это было уже тогда, что власти не вполне понимали, с чем они имеют дело. Они имеют дело с проблемой социального характера, а не просто уголовного характера. Ну вот сейчас ходят многочисленные слухи о том, что в Армении резко повышается количество преступлений. Да? То есть это же не случайность, это если один раз, два раза это может быть случается. Это все некоторая закономерность. С этой закономерностью, конечно же, надо работать, понимать, почему это происходит и так далее. Но власти очень часто этого делать не могут. Հետարքիր է, որ այս Նորքի միջադեպին նախորդել էր նաև նույն օրը երեկ, ոսկե պարում ձերբակալվել էին մի խումբ մարդիկ, որոնք գնացել էին պաշտպանելու. Ըստ ոստիկանության նրանց մոտ զենք է հայտնաբերվել, դրա համար նաև ձերբակալվել են. Насколько, опять же, у меня мало информации для того, чтобы судить. Насколько я знаю, речь идет о группах людей или группе людей, которые занимаются попытками тренинга для самообороны. Такие группы у нас появляются по всей стране, их много, они разные. Есть некоторые наиболее раскрученные, имя, название которых известно всей стране, есть гораздо менее раскрученные, есть разные вещи, и это тоже показатель на самом деле примерно того же феномена. Когда люди чувствуют, что собственное государство, собственная армия, она, ну, само государство не может обеспечить безопасность в таком виде, в котором людям она нужна, и тем более перспективы, да, то есть в дальнейшем, если тебе все время говорят, что мы не хотим войны, а то, что от нас будут требовать, мы будем отдавать, то люди самоорганизовываются. То так, в общем, было в Армении с самого начала независимости. И эти люди, эти низовые инициативы по самоорганизованию каких-то людей, которые пытаются делать то, что по идее должно делать государство, и это государству не очень нравится. Когда государство сильное, когда оно уверенное в себе, когда армия чувствует себя армией победительницей, то от того, что какие-то мальчики, девочки где-то учатся прыгать через окоп, или там, я не знаю, бегать и пролезать под проволокой, относится к этому совершенно спокойно. Ну а почему нет, собственно говоря, разного рода гражданские инициативы есть, и кто-то любит цветочки собирать, кто-то мусор убирать, а кто-то заниматься физической подготовкой и там учиться обращаться с иметь отношение к обороне, да, каким-то образом, ну и ладно. А когда такова ситуация, какая есть у нас сейчас, то государство может реагировать на это достаточно нервно. Это, опять же, это ведь не потому, что нет других причин. Кто-то другой, там, собственно, специалист полицейский, может вам рассказывать конкретно, кто чего, куда пришел, зачем и так далее. Я смотрю на социально-политическую обстановку и оцениваю это дело с точки зрения своей профессии. В полицейских делах у меня нет компетенции, я могу поверить, не поверить, неважно. Но что это не просто какая-то случайность, а это отношение
государства к низовым инициативам в сфере обороны. Сейчас это, в общем, такая, ну, социально-политические причины имеет. Про это я могу иметь свое мнение. Оно может быть ошибочным или нет, но я могу его высказывать. А про то, как это конкретно происходит, это к юристам, полицейским и так далее. Եվ շաբաթվա նախորդ շաբաթվա վերջին աշխարհը ցնցած ահաբեկչությանը անդրադառնանք Մոսկվայում։ Պարոն Իսկանդարյան, ինչու այս պահին նման բան տեղ ունեցավ Մոսկվայում եւ արդեն իսկ Մոսկվայի պաշտոնական մակարդակով հնչում է տեսակետ, որ հետքը տանում է դեպի Ուկրաինա։ Դուք այս ամբողջ երեք օրվա ընթացքում, եթե իմ մի եք բերում տեղեկությունները, ձեզ ինչ հետևություններ է առիթ հետևել, ինչու այս պահին նման բան տեղի ունեցավ։ Ну, конечно, я за этим слежу, конечно, я контактирую с коллегами в Москве, в том числе, и с коллегами, которые занимаются исследованиями терроризма. У меня у самого есть такой опыт. Я довольно плотно занимался исследованием этой проблемы. У меня даже какие-то работы на эту тему были. Это было давно, правда, в 90-х и 2000-х годах, когда в России это было чрезвычайно актуально. Опять же, очень хорошо комбинируется. Масштабы совершенно разные. Понятно то, что у нас происходит, и то, что там происходит. Но это опять имеет причину. И причина не только в том, что существуют уголовники. Ну да, ну везде всегда свои, или там террористы. Это не случайность. Как мы помним, в России был кошмар с террористическими актами. И я это помню не только как эксперт, а как человек, который жил там. Тогда, в то время, я жил в России, и бесконечные террористические акции в метро, и были несколько взрывов, и были взрывы, начиная с конца 90-х, которые тогда все на чеченцев списывалось, да, вот эти, и Волгоград, и Москва, и Грозный, кстати, был убит глава республики тогда, Ахмед Кадыров, отец нынешнего главы республики, и Норд-Ост, и Беслан, и так далее. Это было, россияне тогда к этому привыкли, это был ужасный, ну, такой сопровождающий жизнь людей ситуация, и она была сопряжена с очень многими социальными явлениями, например, мигрантофобией, очень плохому отношению к мигранту, мигрантам, особенно с юга, с Кавказа, с Центральной Азии. Это приводило к призывом ужесточить законодательство, и это было сделано, да, знаменитая путинская «мочить в сортире», да, вот мочат в сортире уже четверть века, а сортиры не там, и все продолжается. Потом россияне об этом, ну, в общем, позабыли, и за те пару десятилетий, которые прошло с тех пор, ну, отношение к этому стало каким-то таким. Ну, ты, если ты человек старшего возраста, то ты помнишь, как это происходило, вот как я помню, да, просто из твоей памяти, но это что-то из далекого прошлого. Если молодой, то ты можешь про это в Википедии прочитать, или там, если по телевизору что-то увидеть, да и не особо показывалось. До тех пор, пока не начала меняться сама Россия. И Россия меняется довольно выпукло, идет война. Довольно много людей на этой войне сражаются. Среди тех, кто сражаются, довольно много людей с уголовным прошлым, которых просто выпускают из тюрем для того, чтобы они сражались. Была попытка мятежа внутри России, и эта попытка была подавлена, конечно, но опять же это разговор о том, технические средства или социальная какая-то ситуация, социально-политическая. Да. Были какие-то убийства, ну вот с этим Пригожин и компания, когда были убиты, ну понятно же, да, как это произошло, ну чтоб там кто не говорил. Вот это вот, вообще изменение к насилию в обществе, вот все это, да, и еще некоторый, другой, чем в Армении, я не назову это коллапсом, но опять же, перенаправление
того, чем занимаются специальные службы. Я повторюсь, это ведь специальность, это серьезная специальность, там должны работать профессионалы, которые, у них есть методы, у них есть какая-то там теория, они могут внедрять агентуру там и так далее, и так далее. Вот все это должно происходить. А когда вся эта машина направлена на то, чтобы отслеживать политических противников, когда вся эта машина направлена не на то, чтобы выискивать террористов и пытаться каким-то образом понимать, как это происходит, а для того, чтобы преследовать каких-то блогеров, я не знаю, людей, которые высказываются против политики страны и так далее, это отвлекает силы, это приводит к тому, что эти структуры начинают хуже работать в этом направлении, как минимум. Да? И тут появляются возможности у террористов. Я, конечно же... Вот Ашхатанг уже инкарусный. Мек бане паджара. Инчу я нанам, да? Инчне паджара, вор айспай мотиве ворнер. Вот я договорю немножко, да? Извините, пожалуйста. Да? Мне кажется, это тоже очень важно, да, что работают хуже вот эти спецслужбы, это одна часть проблемы. Другая часть проблемы – это то, что государство, как мы сейчас видим, находясь в состоянии войны, пытается направить настроение людей по поводу того, как это случилось, откуда это опасность идет на то, чем оно занимается, а именно войной. Да, вот это Украина, окно на границе, поездка в сторону Украины там и так далее, и так далее. Вот это то, опять же, то, каким образом руководствуется государство, реагируя на это. Теперь отвечать на ваш вопрос. Вы знаете, ну я большой дяденька уже, взрослый, уже сильно не мальчик, и занимаюсь этими проблемами десятки лет. Мы не узнаем никогда, что и когда там произошло. Любому варианту, который нам будет предложен, мы не будем очень сильно верить. Нам скажут, предположим, завтра все расследуют и скажут, это были там, я не знаю, украинцы, это был коллективный Запад. Это были исламские фундаменталисты. Любому из этих вариантов верить будет сложно, потому что, ну вот, произошло то, что произошло. Тех людей, которые нам показывают, которых нам показывают, ну, они их явно пытали. Эти пытки мы видели, ну, я, например, видел в роликах, которые есть. Они признались во всем, в чем угодно, но вы меня извините, если вы меня будете так пытать, я тоже признаюсь в том, что я Кеннеди убил. Или Цезаря. Это не значит, я не говорю, что значит это не они. Нет, я так не говорю. Сколько людей там было? Что за люди это были? Те версии, которые предлагаются вот на сегодняшний день, что они чуть ли не в интернете познакомились и решили это сделать, ну это несерьезно. То, что там делалось, делалось очень профессионально. Это не просто проникнуть из правильных ходов, зажечь в нужных местах с тем, что людям было трудно выходить. Они действовали так, как обычно действуют в городском бою. Да, они разделили участки, их было 4 человека или четверки. Я не знаю, по кадрам это не очень понятно. Они стреляли определенным образом, так как стреляют люди. Там нужно работать вместе, нужно уметь распределять, должна быть иерархия в таких случаях, должен быть план. Это операция, которая возможна для серьезной организации. Я не думаю, что это могут сделать 4 человека, которые познакомились в интернете и с движимыми какими-то там чувствами это делают. Называются названия разных организаций, ну, ISIS, да, или ИГИЛ, там, одно из подразделений ИГИЛа. Вы понимаете, ИГИЛ – это сеть. Это не единая пирамида. ИГИЛом себя могут называть очень разные люди, разные организации. Поэтому это тоже не ответ ни на что. Я не думаю, что такого рода преступления можно было предотвратить.
обычно такие акты чрезвычайно трудно предотвращать и иметь агентуру вот везде и всюду так, чтобы она блестяще и прекрасно работала, непросто, нигде в мире. Понятно, да? То есть сказать, что вот это просто плохая работа полицейских или там исследователей каких-то в этой сфере, я не могу, это не просто, это очень трудно получается обычно. Ну, как мы видим, это получается, это такого рода акты получаются даже в Израиле, в котором все государство традиционно направлено на то, чтобы бороться с терроризмом, так как там это очень актуально, и все равно не получается. То есть это все сложно, но... Повторюсь, самое важное во мне не то, какая мотивация была у этих людей, ну какая-то была. Кроме того, да, мы в некоторых случаях нам сказали, какие-нибудь террористические акты, как были осуществлены, да. Опять же, верить или не верить, второй вопрос. Но от убийства Старовойтовой до акта террористического, когда был убит Ахмад Кадыров или там Нурдос. Ну, почти нигде мы не знаем заказчиков. Ну, хорошо, вот эти вот милые люди, так сказать, как вот, это, вот этих вот назвать. И я не понимаю, кто эти люди реально. Все может быть. Но, предположим, это они, и они это сделали. Но кто-то же это заказал, кто-то же это спонсировал, кто-то же это рассчитывал. Но очевидно, что сами эти люди рассчитать это не могут. Важно тут не это. Важно тут то, что общая ситуация в стране, отношение к насилию, наличие таких регионов, как Кавказ, как Центральная Азия, как Афганистан, цепей и взаимодействия сетевых организаций, которые есть в России, их немало очень. И людей, которые подвергаются радикальной обработке, таких много и на Северном Кавказе, и по всей России на самом деле. Стандартное, возникающее в некоторых местах, есть исследования на эту тему, коллеги работают в России, стандартная какая-нибудь мечеть где-нибудь в Башкирии или в Сибири, в Западной, кстати, это... некая такая зонтичная мечеть, в которой руководители, имамы, обычно северокавказцы, очень часто с такой салафитской индокринацией, ваххабитами их называют, ну, в общем, такой радикальный иногда. А масса, которая ходит в мечеть, обычные люди, они чаще центральные азиаты, азербайджанцы и так далее. И они это слушают, и среди них... У молодых людей могут рождаться различного рода представления о том, каким образом там надо решать проблемы. Да, это все есть. И в Татарстане, кстати, такое появляется, в селах особенно, да, Татарстана. То есть появляются немножко другие формы, но тоже есть. И это приводит к тому, что ну, огромное количество, сотни тысяч, может, миллионы людей, они что-то об этом слышали и так далее. Думать, что среди этих сотен тысяч не найдется десятка или сотни, которые готовы к такого рода акциям, особо неуравновешенных юнош, молодых людей, да, ну... Должно такое быть. Но и если еще государство не может это приостанавливать, не может за это отслеживать, не может каким-то образом реагировать, то получается то, что получается. Поэтому, ну, ужасно это все, конечно. Дай Господь, чтобы я был неправ. Но мне кажется, что если для этого есть вот этот фундамент, то такого рода вещи будут повторяться, как это было в 90-х годах и в начале 2000-х. Կանխեցիք իմ հարցը, այսինքն հնարավոր է, որ ռիսկը ահաբեկչության, նոր ահաբեկչություն լինի, էլի։ Каждый новый террористический акт такого масштаба, он приводит к большим рискам. Он, никакие жесткие меры не работают. Вот сейчас в России понятно, что будет. Будет мигрантофобия. Будут говорить, что надо ограничивать въезд в Россию. Будут говорить, что все вот,
мигранты – это люди, которые несут это в себе. Я не знаю, насколько будут верить украинской версии, потому что, ну, очевидным образом, те люди, которых показали всей России, они, в общем, не вполне украинцы, скажем так. И так далее. То есть это будет, будут разговоры об ужесточении. Может быть, будет ужесточение, более того, скорее всего, какое-то. Но мировой опыт показывает, достаточно изученная сфера, мировой опыт показывает, что никакая такого рода политика не приводит к уменьшению риска. Это совсем по-другому делается. В конце концов, это же, ну, в общем, такая Латинская Америка, в кавычках. А в Латинской Америке такого рода вещи продолжались десятилетиями. И сделать с этим ничего было нельзя до тех пор, пока не государство и в тех местах, где государство смогло преодолеть вот свойственные часто молодым государствам, но не только болезни, болезни, до тех пор это явление существовало. Это, к сожалению, серьезная проблема для всего мира, но для России она была каким-то образом преодолена. И вот сейчас, в силу того, что там происходит сейчас, она возвращается. Повторюсь, я буду счастлив, если это будет единичным актом, потому что, ну, люди просто, жалко безумно этих людей, совершенно невинных, совершенно ни при чем. Но посмотрим, как будет дальше. Եվ ռազմիդաշտում այս ահաբեկչությունը ինչ-որ իրավիճակը փոխի, մարտադաշտում ինչ-որ իրավիճակ կարող է սրանով փոխվել։ Вы знаете, на самом деле ведь тут интересно смотреть не только на сам акт. Я понимаю, это все огромная гуманитарная проблема, но вы ко мне пришли не потому, что я, не для того, чтобы я жалел людей. Понятно, мы все жалеем людей. Но если говорить о политической составляющей, там довольно много, сравнимое количество людей на границе с Украиной, с российской стороны, погибает. Это, в общем, более или менее уже превратилось в какую-то рутину. Ну вот буквально только что в Белгородской области все это происходило. Там десятки людей, пару десятков людей, если я не ошибаюсь. Это происходит все время. Но общество на это так, как оно реагирует на то, что случилось в Москве, не реагирует. И не будет реагировать. Потому что, ну, в общем, там это воспринимается в кавычках, конечно, ну как, ну, легитимное явление, там война идет. Там идет война, а вот тут что случилось, это ужасно, потому что это случилось в Москве. В этом смысле там будет продолжать идти война, там это будет. То развитие войны, которое должно происходить, для того, чтобы оно происходило, теракта какого-нибудь недостаточно, и вообще отношений недостаточно. Для этого нужны отношения властей, я имею в виду. Для этого нужны определенные ресурсы, определенное количество войск, оружия, там, я не знаю, дислокации и так далее. Вот это все работает. Война продолжается, я боюсь, что она скоро не кончится. Но параллельно с этим может идти процесс, я не говорю... Никоим образом я не говорю, что это организовали украинцы, да, нет. Параллельно с этим не значит, что это теми же самыми людьми организовано, но то, что общее ослабление функций, которые занимается государство, управляя рисками вот этими, если оно ослабляется, то такие вещи могут происходить опять.